Сегодня областная газета «Гомельская правда» отмечает свой юбилей. Ровно 100 годов тому у этот день вышел первый номер выдания, якое тогда называлось «Известие Гомельского совета рабочих и солдатских депутатов». За минулый час газета изменила несколько назвов: «Известие революционного комитета города Гомеля и уезда», «Путь советов», «Полесская правда». Але весь час журналисты выдания мкнулись писать об самым актуальным. До дня народжения «Гомельской правды» журналисты подрихтовали юбилейный 28-сторонний номер. А прача того, с нагоды свята, сегодня газета проведет доброчинную акцию. У 9 городских троллейбусах с логотипом «Гомельской правды» с 7 годин 30 хвилин до половы 9 раницы проезд будет бесплатным. Гомельский облвыканкам обвестил початок регистрации удельников 14-го Гомельского экономичного форума. Сёлета он запланован на 19 мая. Удельники смогут ознакомиться с инвестиционным потенциалом региона у агропромысловым и будовничим комплексах, жильёво-коммунальной господарцы, энергетицы, гандли, логистицы и туризме. До форума примерковано и проведение найбуйнейшей в Украине региональной выставы кермашу «Весна у Гомелі». Заявки организаторы форума готовы принимать до 10 мая. Отзначим, у минулым годе Гомельский экономичный форум собрал рекордную колькость замежных удельников за всю историю. Амаль 300 человек с 29 краин. На пленарной части подписано 18 договоров и протоколов об намерах. Сегодня сусветный день водных ресурсов. Его мета – напомнить людям об необходимости бережливых отношений до воды и вырашения экологичных проблем водных объектов. Беларусь не отчувает недохопа у водных ресурсах. Их достатково, как обеспечить існующие и перспективные потребы. Однако больше рациональное выкористание воды – питание, якое не сдымают с парадку дня. За опошние 15 годов у нашей краине на чверть скратились объемы сдобычи воды. Амаль на полову снизилось яе споживание як насельництвам, так и на промысловые потребы. Постоянный контроль ведется за станом поверхневых и подземных вод. До речи, проводные ресурсы сегодня гаворка пойдет у вечерней интерактивной передачи «Добрый вечер, Гомель». Это еще одна возможность нагадать каждому из нас про важность водных ресурсов для новокольного осяроддя. А кроме того, гости у студии подкажут, как правильно, кольки и какой воды пить, каких традиций, связанных с водой, притримливаются белорусы, и чему край болот Полесье именуется мором Геродота, а реки Гомельского региона носят миновито такие назвы. Глядите «Добрый вечер, Гомель» у прямом эфире сегодня у 20:35 на Беларусь 4. Телефон студии 37-519. Волонтеры Червоного Крыжа проводят акцию «Утульный дом». Яе мета – допомогчи одиноким пожилым людям навести парадок на просядивных участках после зимы. Рамонт огороджи, уборка, обрезка древ и навод распиловка дров. Волонтеры по просьбе пенсионеров выконывают любую тяжкую працу. За первый день акции бригада активистов наведала 3 адресы. Сегодня на допомогу выйдут уже несколько бригад. Усяго до волонтеров звернулось около 20 человек, и заявки протягивают поступать. Приводячи у парадок участки, памятайте, что за спальвание сухой травы и смети можно тримать штраф. С надыходом теплого надворья колькость пожаров, связанных с выпальванием рослин, повеличивается. Штогод за их горать жилые и господарчие будинки, травмируются и гинут люди. МНС нагадывает об недопущальности травяных палов, а так само об административной отказности за выпальвание сухой рослинности, якая наступает с 16-годового взросту. Сумма штрафу может быть великой от 10 до 40. Базовых величин. Урок мужности, присвеченный деятельности молодежной подпольной организации «Смугнар», прошел у Калинковичах. У ходы военной оккупации комсомольцы вели непримиримую борьбу с фашистами. Удельники подполья активно деятельничали меньше як год. У жнивни 42-го вороги расправились с молодой гвардией. Долгий час земляки не ведали, где находятся места гибели всех смугнаровцев. И только про 20 годов их удалось установить. У музея при Калинковицкой базовой школе номер 5 назапашены каштовные материалы про деятельность подпольного руху. Уроки мужности часто проводят сами вучни. У гости запрашивают одногодка из других городов. На этот раз до военной истории Калинковицкого краю докранулись гомельские школьники. У рамках года науки у Гомеля открылась незвычайная выстава. Ее главная задача – показать, что наука может быть цікавой и захопляльной. Экспозиция, аналогов якой у Гомеля еще не было, разместилась в выставочной зале картинной галереи Гаурила Ващенки. Музей цікавой науки «Галилей» – это несколько десятков экспонатов, которые способны переконать любого. Наука – это вельми цікава. Причем у отрознения от других выстав экспонаты одноведвальников под шкло не хавают. Музей цікавой науки «Галилей» будет працевать у Гомеля до 12 мая.